Здравствуйте, друзья! Так ли нужен кошкам дом? Дом в привычном нам понимании. Или же все-таки они могут спокойно себя чувствовать на улице, если для них составить все приемлемые условия, а именно место, где они могут переночевать в ненастную погоду, а также, чтобы они были достаточно обеспечены едой и водой. Сегодня мы с вами и узнаем, могут ли спокойно находиться кошки на улице. Кошки в городе обитают довольно большими группами. И все они не боятся людей, они спокойно себя чувствуют в присутствии других людей и также дают себя погладить. Проходя вдоль этого бордюра, можно увидеть, что у кошек нет проблем с едой. Недалеко от места скопления кошек у них всегда много корма. Как вы думаете, что это такое? Это кошачий домик. Даже можно со стороны подумать, что это в принципе не кошачий домик, а кошачий дворец, так как он имеет довольно внушительные размеры. Хотя это по сути просто ночлег для кошек. Как мы можем заметить, он защищен от ветра клеенкой, чтобы кошкам не мешал сильный ветер, когда он здесь есть. Здесь кошек не держат, они спокойно входят и выходят из этого домика с помощью вот таких вот входов, которые расположены практически с каждой стороны, а именно в трех из четырех сторон такие входы и есть. И мы можем видеть, что вокруг дома также насыпана еда, и сейчас торчит голова ушастого плюха, который вышел проведать, кто это лазит возле его дома. А вот так он выглядит внутри. Там расположены несколько этажей, где могут проводить время кошки во сне. И также там стоят две больших миски с кормом. Несколько когтеточек и просто общее пространство, где они могут находиться. Но такое место в городе не единственное, и мы с вами за сегодня постараемся пройти их несколько штук, чтобы удостовериться, что у многих кошек есть условия для того, чтобы они могли спокойно находиться на улице. Пока мы шли до следующего места, видели несколько мест, где обитают кошки. Они целыми стаями находятся в одних местах, и в данный момент они трапезничают. Thank you.
Помимо того, что их здесь довольно большое количество, так они еще и могут удивить разнообразием цветов своей шерсти, так как здесь встречаются, по сути, все возможные расцветки кошек. Помимо того, что здесь встречается их большое разнообразие расцветки шерсти, так еще и их разнообразию по упитанности. Здесь встречаются как несколько худые представители кошачьих, так и такие массивные, довольно толстые, которые могут позавидовать даже кошки, живущие дома. А есть более хитрые представители этого вида, которые прибились к кафешкам, в которых их неплохо кормят. А сейчас мы попробуем его даже подозвать, может, он к нам подойдет. Сейчас мы его сможем увидеть поближе, этого крупного толстячка. Такие здоровяки тоже временами встречаются даже просто на просторах. Ну а мы идем дальше. Стоило нам подозвать толстячка, так пришел вот такой вот красавец необычной расцветки. Он пришел с нами поздороваться. На протяжении всей дороги можно, в принципе, не выключать камеру, так как они нам часто встречаются. Они просто сидят на лавочках, где-то отдыхают, нежатся и наслаждаются лучами солнца. Мы подошли к еще одному интересному месту, где находится достаточно большое сборище кошек. Здесь они разные, разных расцветок, разные по упитанности. Здесь лазят довольно здоровые здоровячки. Здесь у них есть поилка, множество мест, где их кормят. А также у них здесь есть собственный вольер с домиком. Домик огорожен специальным забором, ну просто сеткой, для того, чтобы кошек никто не тревожил. Вход в вольер и в сам домик только сделан специально под размер кота, чтобы никто, даже собака, не смогли к ним пробраться и помешать им наслаждаться жизнью. Ну что ж, мы вместе с вами посмотрели несколько мест, где расположены кошачьи дома и где обитают кошки. Это далеко не единственные места, которые есть в этом городе. Некоторые из них вы можете увидеть в наших роликах, где мы обозреваем парки или просто гуляем по улице. Мы не заостряем уже на них внимание, так как после некоторого времени
как мы пожили в Турции, мы просто уже относимся к этому как к должному. Мы видим это и не обращаем внимания, так как это распространено повсеместно. А как считаете вы, достойны ли комфортное жилье у кошек в Турции? Напишите свое мнение в комментариях, я обязательно прочту и обязательно поделюсь с вами своим мнением. Даже сейчас мы находимся на центральной площади Анталии, где проходят праздники, и даже здесь есть точка, где кормят кошек. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!